отметить для наших телезрителей. Я думаю, если вы внимательно следите за событиями и за открытиями наших стадионов, то практически на каждой арене мы имеем возможность наблюдать за такой эпической борьбой между добром и злом. Очень хочется верить, Юра, что, как обычно, добро будет побеждать. Ну, не знаю, Сніжано, не знаю. Я можу тільки сказати, що сьогодні перемагає свято. Залишайтесь з каналом «Україна». Чувствует свою ответственность, безусловно. Я думаю, что телезрители могут почувствовать это, несмотря ни на что, через экраны ваших телевизоров. Кстати, артисты сейчас выезжали и выходили со стороны центрального выхода, со стороны VIP-лож, которая расположена на нескольких уровнях, и в том числе в зоне скайбоксов, и могут вмещать более 300 человек. Сам стадион состоит из 4 уровней, 2 из которых занимают двухъярусные трибуны. Один из этажей отдан... Танцевальная кричалка, которую будут петь все зрители на трибунах. Это грандиозный флешмоб, участниками которого будут не только толпы вокруг сцены, но и все тысячи и тысячи телезрителей, которые...